В Караганде выбрали учителя года. В преддверии профессионального праздника подведены итоги первого городского конкурса на звание лучшего педагога. В финал прошли всего 7 конкурсантов. Алина Акбаева расскажет, кто стал победителем. Конкурс проходил в 6 этапов. В них приняли участие 30 педагогов со всей Караганды. Голосование за участников развернули на интернет-портале отдела образования. В финальный тур прошли только 7 учителей. Они-то и продолжили борьбу за звание лучшего. Сегодня подвели итоги. В торжественном мероприятии принял участие аким города Мирам Смагулов. Уважаемые педагоги, ветераны педагогического труда, работники организации образования, поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником Днем Учителя. Среди участников конкурса Марина Земба, педагог с 20-летним стажем. Сегодня она преподает в школе-гимназии номер 95, учитель начальных классов, потомственный преподаватель. Вся ее семья посвятила свою жизнь педагогике. Я так думаю, что это семейное. Я потомственный учитель. Все мои тети, моя бабушка, заслуженный учитель России. Поэтому это у нас потомственное. Я участвовала в этом году учитель года начальной школы и получила гран-при. Лучшим учителем Караганды образца 2013 года стал Дархан Аспан. Кстати, он был единственным представителем сильной половины человечества в конкурсе. Преподавателя истории наградили дипломом и денежным сертификатом 100 тысяч тенге. Енді жыл мұғалімі 2013 байқауына қатысу өте қиын болды. Я рад, что выиграл в этом году конкурс «Лучший учитель 2013 года». Я думаю, это достойная награда за мой труд. Спасибо всем. Все финалисты получили почетные грамоты. Кроме того, благодарственных писем в преддверии Дня Учителя удостоились ветераны педагогического труда. Алина Акбаева, Алжас Габасов, Асхат Абидулов, Первый Карагандинский.